С таким небольшим ярким пропуском шли на военный парад куйбышевцы 79 лет назад. В 41-м в стране прошли сразу три парада – в Москве, Воронеже и Куйбышеве. Причем столичный продолжался 25 минут, а куйбышевский – полтора часа. Долгое время о знаковом историческом событии не принято было рассказывать. Теперь ему уделено ключевое место в экспозиции нового музея. И парад показал, какая же мощь эта страна, каковы ее масштабы, сколько здесь людей живет, какая техника. В этом музее нет копий. Каждый документ – подлинная история. Культура, промышленность, быт. Каждый зал посвящен отдельной теме. Вы просто обязаны все знать и чувствовать это. И все мы должны всегда помнить подвиги наших отцов, наших дедов, наших прадедов уже теперь, наверное. И рассказывать это надо и детям, и школьникам. Всем надо рассказывать. Сохранение памяти о подвиге предков – одна из поправок, предлагаемая в главный закон страны. В Конституцию предлагают записать, что Россия чтит память о погибших войнах и обеспечивает защиту исторической правды. Планируется, что музей в Губернской думе станет центром патриотической работы. Посещать его смогут самарцы и гости города. Записаться на экскурсию можно будет на сайте думы, как только будут сняты ограничительные меры. Лариса Шлафаст, Максим Гусев. События.